Как описывает свою будущую жену сам Димаш? С кем встречается кумир миллионов и в кого влюблен? Горячие танцы на сцене и свадьба. С вами канал D-Podcast, и сегодня мы с вами попытаемся разобраться и поразмышлять на тему любви в жизни Димаша Кудайбергена. Приятного просмотра! Приветствую вас, мои дорогие друзья! С вами канал D-Podcast, канал, который целиком и полностью посвящен жизни и творчеству нашего любимого артиста мира Димаша Кудайбергена. Сегодня с вами мы поразмышляем немного на тему отношений вокруг артиста. Мы не будем копаться в личной жизни артиста, а лишь поверхностно пройдемся по этой теме, затрагивая только те факты и мнения, которые уже есть в открытом доступе. Я знаю, что данная тема интересна многим поклонникам, а скорее даже поклонницам певца, и я решил, что, конечно же, мы не можем обойти эту тему стороной, раз уж мы рассматриваем все сферы из жизни артиста, правильно? И я сразу отвечу всем тем, кто обязательно напишет мне что в комментариях, что это частная жизнь Димаша, куда ты лезешь и так далее. Нет, друзья, как раз-таки частную жизнь я не буду затрагивать, так как уважаю личное пространство каждого. Я повторяюсь, что пройдусь по поверхности, по той информации, которая уже давно известна всем Диэрс. А также мы разберем заявление самого Димаша, которое он давал в интервью на тему личной жизни. Что же касается личной жизни артиста, то Димаш держит это в тайне, не вынося на суд общественности. После всемирного успеха певец с особой осторожностью относится к этой стороне своей жизни. В Китае за Димашем пристально смотрят миллионы китаянок, и журналисты постоянно пытаются подлить масло в огонь, выкладывая совместные фото Димаша с очередной девушкой, приписывая им роман. Фанатки Димаша очень резко и негативно реагируют на подобные новости и пишут жалобы в местные СМИ. Многие журналисты уже давно приписывают Димашу роман с его бывшей одногруппницей, с которой они знакомы еще с совместной учебы в институте, прикладывая к данной информации совместные фотографии девушки и Димаша. СМИ пишут, что пара уже давно встречается, но идти в ЗАГС влюбленные не спешат. Многие поклонники певца с нетерпением ждут того момента, когда парочка станет мужем и женой. Хотя из-за плотного графика артиста личная жизнь для него – это настоящее испытание. Поэтому я бы не спешил верить всему тому, что пишут в различных изданиях. Родители Димаша в интервью сообщили о том, что они не будут заниматься поиском невесты для сына, и он сам должен найти себе свою судьбу. Отец Димаша как-то сказал, что мечтает, чтобы избранница его сына была характером похожа на маму Димаша. Как-то Димаш в одном из интервью ответил, какими качествами должна обладать его будущая жена. По его словам, девушка должна быть хорошо воспитана, образована и должна любить и уважать его родителей даже сильнее, чем мужа. Он мечтает о том, чтобы его девушка обладала мягким характером и была нежной. Выступая на шоу «Сингер», Димаш признался в симпатии к одной из участниц данного шоу, которая выбыла после второго тура конкурса. По словам артиста, именно она очень поддерживала Димаша в трудные минуты, когда ему было не с кем пообщаться на проекте. После публикации фотографии, где Димаш стоит в белоснежном костюме с девушкой в свадебном платье, фанаты недоумевали, неужели их кумир все-таки решил жениться. Но, как стало известно позже, это были кадры со съемок клипа. Также в интернете ходит много слухов и обсуждений после сольного концерта Димаша в Нью-Йорке, где при исполнении одной из песен Майкла Джексона он танцевал горячие танцы с одной из танцовщиц из своей танцевальной группы. Многие зрители были удивлены таким горячим танцем, так как знают Димаша как скромного молодого человека, а тут такое. Хотя многие, наоборот, порадовались за певца, предположив, что у Димаша наконец-таки появилась любимая девушка или объект обожания. Давайте посмотрим на сам номер. Возможно, многие из вас не понимают сейчас, о чем я говорю, и вы сами все увидите. Yeah.
Такие вот горячие танцы. Как вам, друзья? Я думаю, что и сам Димаш наверняка догадывался, что после таких горячих танцев в интернете вокруг его имени будет множество слухов и обсуждений. И я на 100% уверен, что девушка, с которой Димаш танцевал на том концерте, потом долго отбивалась в своих социальных сетях от множества сообщений со стороны фанаток Димаша. Но давайте посмотрим на это, так скажем, с профессиональной точки зрения. Не забывайте, что это всего лишь номер конкретной песни, да? Песня энергичная, и в ней проходит история любви. Конечно же, хореографу нужно было отразить эту историю и в танцевальной постановке на данную песню. Энергия, страсть, динамика и некая изюминка. Все было выполнено красиво и моментами провокационно. Но я, например, считаю, что тут все происходит в нормах приличия, и артисты не перешагнули какую-то грань. Все смотрелось гармонично и энергично, подобающе данной песне. Танцовщица выполняла свою работу, а Димаш свою, ни больше, ни меньше, поэтому развивать из этого номера какую-то историю романа, наверное, будет неточным. Хотя, даже если между молодыми людьми и пробежала какая-то искра, то мы можем лишь порадоваться за это. Это молодость и влюбленность, это вполне нормально. Что мы имеем в конечном итоге? Слухи остаются слухами, прямых доказательств каких-то конкретных отношений артиста мы пока не видели. Девушек вокруг молодого и красивого певца очень много, и это нормально, тем более в его конкретном случае. Даже если бы он не был всемирно известным артистом, вокруг Димаша было бы множество прекрасных девушек, так как минимум он красавчик, чего у него не отнять. Ну и плюс огромный талант и статус мировой звезды также не дают о себе знать. Я очень уважаю то, что Димаш не подпускает к своей личной жизни журналистов и не открывает эту тему на суд зрителям. Хотя редко с его стороны проскакивают какие-то комментарии. Но пусть тайна остается тайной. Я уверен, что когда придет время, мы с вами обязательно все узнаем. А пока спасибо вам огромное, что посмотрели это видео. Жду ваши комментарии внизу под этим видео. Дайте мне знать, если вам понравился этот ролик, с помощью своих лайков. И, конечно, самое главное, не забудьте подписаться на канал Диподкаст, чтобы не пропускать новых роликов, новых новостей из жизни и творчества нашего любимого артиста. Спасибо, что остаетесь со мной. До скорой встречи. До свидания.